Доброе утро, друзья. Здравствуйте. Ну вот мы немножко поделали свои дела по дому. Ну, конечно, еще очень много их, но решили сегодня заняться таким делом. Сейчас вот зайдем в рыболовный магазин, купим крючки, леску, потому что все наши рыболовные снасти, они на Волге. Вот, и нам еще первоочередная задача купить аккумулятор большой на корабль, на катер наш. Вот, и покажем, сколько он стоит, какой он. Ну и, наверное, сегодня вечерком даже прокатимся немножко. Ну, даже не то, что прокатимся, а вообще планирую даже поехать на рыбалку. Ну, да. Может быть, даже с ночевкой. Перерыв 5 минут написано. Тихонечку закупаемся. Якорь купили такой вот. 5,5 килограмм. Веревочку взяли. Палатку купили. У нас все на Волге. Здесь ничего нету. Все увезли. Сейчас еще пойдем теперь. Леску надо купить. Да, друзья, ну получилось все как всегда. Зашли за крючками и за леской, купили палатку, значит, 2,20 на 2,20. Смотрите, она здесь получается намного дешевле, чем в Турции. Здесь мы отдали 5,500 за нее. Нет, ну там есть и дороже. Есть дороже, да. Потом купили кормушки. Леску взяли, кормку. Потом взяли что? Шнур. Якорь, веревку. Взяли вот такую вот подушку, чтобы с собой уже не таскать. Взяла одну, попробую, потом что еще куплю. Газовый баллон, взяли черви, опарыши и вот якорь. 5,5 килограмма. 5,5, но нам вообще, по идее, нужен 6 килограммов, потому что у нас лодка 6-метровая. Ну, подойдет пока такой. Попробуем. Все, нам осталось только купить аккумулятор. И вот еще не знаю, что нам из еды взять, потому что жара такая, все испортится. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Червона с нами. Так, ну все. Наш кораблик спускаем на воду. Первый раз в этом году будет у нас купаться вон. Сейчас покажем все. Ну мы пробный такой делаем выезд. Сегодня здесь решили поночевать. В нем посмотрим, как что это будет. А так Зевсик у нас стоял вот тоже здесь. Сейчас мы его продаем. А вон он, где флаг. Это наш Зевсик. Если видно. Там еще наши вещи на барже. Надо тоже забирать холодильник, плита. Но людей много. Все отдыхают. Все потихонечку спускаем. Немножко волнительно. Все это дело у нас происходит. Червонка в машине у нас сидит. Так, все, поплыл наш кораблик. Сейчас еще пристроим прицеп наш и пойдем бороздить просторы. Чехол, правда, намочился. Ну что, мы сейчас его высушим. Все? Сейчас, наверное, я здесь останусь, а Денис поедет с Димой ставить. Ну все, первый наш выезд в этом году состоялся. Сейчас будем здесь все внутри отмывать, наводить красоту и отдыхать. Попробуем даже рыбку половить. Купили червей, опарыша. Смотрите, сколько людей много. Надо думать, такая жара стоит. Так, ищем местечко, где бы нам пришвартоваться. Все вакантные места заняты сейчас. Ну, думаю, может здесь. Мне кажется, не с ночевкой, а просто. Не знаю. Посидеть. Может, у них вон наверху там накрыто. Ну что, мы с Роем мешать, что ли? Ну, хватит, может, никогда не видим. Что мы в сторонке постоянно решили мы немножко переплыть. Просто там классное местечко такое. Мы думали, там что они с ночевкой. Клюет. Вот. Сейчас покажем вам. Ну, клевал раньше.
Херонку сидит, боится у нас. Причем там и туалет есть, да, и стол с навесом. Кто-то, хорошо. Да, это сделал для себя, но все пользуются. Причем мы в прошлый раз приплывали, да, туда, там соль, крупы, еще что-то. Ну, здесь принято, но это вообще на реке принято, да, так вот оставлять. Мало ли у кого что сломается, и на первое время будет еда. Я так соскучилась по Оке. В Турции хорошо, да? Но здесь тоже классно. Посмотрите, какие есть мосточки. Вообще, если честно, тут даже домики, да, строят такие вот рыбаки. И все лето живут. Вот, получается, здесь местные Мальдивы. Ну да. Песочек такой. Оковские Мальдивы, Серпуховские Мальдивы. Оковские, Серпуховские, да, Мальдивы. Так что здесь тоже есть. Нет, просто и течения нету, катер стоит. Нормально. И здесь хорошо. Вот здесь на выходе ее. Ну, должна. Ну, нам самое главное сейчас катер отмыть, правильно? Да. Посмотрели, мотор заводится. Аккумулятор купили. Вон. Ну, потом я схожу с вами, посмотрим, что там наверху. Вон даже отсюда видно умывальник там. Главное за собой все убирать, чтобы было чисто. Давайте с вами немножко прогуляемся, пока еще не темно. Вон, смотрите, уже малек плещется. Так. Песок, смотрите, тоже как тальк. Ступеньки здесь сделаны. Даже поручни. Так. Черри уже с Денисом побежала. Такой вот здесь стол с навесом. Вот все, сейчас и, кстати, в Турции также делают. Обматывают, потом просто снимают и следующим слоем. Умывальник, мыло. Здесь потихонечку тоже люди становятся людьми, ну, да? Это холодильник какой-то, да? Не знаю. Рыбу. Каналон, да. Складываю. Да. Пенопласт. Молодцы. Не, здесь, смотрите, все везде чистенько, хорошо. Все за собой убирают. Потому что на самом деле место классное. И когда нет хозяев, люди вот так вот приходят, отдыхают. Так, а где Черри наши? Смотрите, тут тоже везде песочек. Червонка наша вон ходит. Не боится ничего. Черри, ты чего здесь делаешь? Ну-ка, пошли скорей. Пошли лодку мыть. Скорей, скорей, скорей. Беги давай. Красота. В следующие выходные, наверное, уже с друзьями поплывем на нашей катере. Ну, единственное, конечно, перед выходными надо в пятницу как можно раньше выезжать, чтобы занять вакантные места хорошие. Черри, иди сюда. Потому что в такую жару, конечно, все хорошие местечки бывают заняты. Вот такой вот у нас сегодня скромный ужин. Помидорчики, огурчики, зеленый лучок. Котлеты домашние, картошка в мундире. Ну и килька. Мы же не собирались на рыбалку. Так что можно было брать. Всем приятного аппетита. Денис, он зачихляет нас. Но если честно, на самом деле комаров уже очень много. Но кто в Астраханской области отдыхал, те тоже знают. Комары прям ровно в 9 вечера вылетают. Как будто им прям открывают входные двери. Смотрите, какая красота. Кстати, искупались, вода прям очень теплая, как море. Время 7:30. Видите, мы переплыли ночью, потому что пришла молодежь. Мы включили песни. Мы вот на том берегу стояли. Сейчас здесь. Там уже вон рыбаки. Лагеря просыпаются. Вот тут сейчас чайничек поставим, кофейку попьем,
Вчера кексы вкусные купила. По-моему, что-то он поймал. Да, поймал. Маленькую, но поймал. Вот такая вот у нас плитка. Кто с нами был на зимней рыбалке, знает, что здесь еще ставится такой рассеиватель. И в палатку идет тепло. Так, у меня сегодня будет на завтрак кекс вот такой вот столичный покупала. И горячий шоколад с ароматом сливок. И немножко красоты вам. Ну, у нас первоочередная задача сегодня вот снаружи его весь отмыть. Вчера внутри промыли. Единственное, никаким еще средства не взяла. Ничего, сейчас так попробуем. И хотим еще вот эту вот веревку заменить. Уже нашли в Москве одно местечко, где продается. Будем думать. Вот это вот мы заменили в прошлогоднем летом, да. И тент тоже заказывали новый. Ну все, наше маленькое путешествие подходит к концу. Самое главное, что спустили на воду наш катер. Теперь можно будет точно путешествовать. Мотор работает, все хорошо. Мы едем домой. Всем хорошего дня, берегите себя. Берушу Рус.